Пивзавод «Россич» в Костроме – частное предприятие. Одним из первых в России был продан по конкурсу. А какие перед этим страсти кипели? Продаваться капиталистам? Это нам-то, выросшим под красными флагами? Раньше при госпредприятии мы могли работать 2 часа в день и неделю гулять, а потом вот этот объем продукции нарабатывать. То есть объем это почти те же самые, только стабилизация работы сейчас намного выше. Потом, ну, хотела еще отметить, значит, отношение вот к этим частникам, к капиталистам, о которых всегда везде пишут, что-то такие страшные, полные люди с сигаретами в зубах, которые, ну, с человеком даже общаться не могут нормально. Вот с нашим частным предприятием, с владельцем Владимиром Витальевичем Хопковым, я бы совсем отметила другое. Это очень интеллигентный человек. Так, ну, цель наша или задача наша, почему мы купили такой завод, почему мы взяли, можно сказать, рухлядь или старый завод, заключается в том, что просто-напросто очень хотелось доказать, что наши люди, русские люди, могут работать не хуже там, Европы, Запада, ну и других стран. И, в общем-то, я могу с уверенностью сказать, что вот за это время, что мы вот работаем на заводе, изменилось очень много, изменилось отношение людей. В общем-то, мне кажется, что коллектив стал более сплоченный. В общем-то, всем коллективам было создано новое пиво Андреевна. Это, можно сказать, душа нашего завода. Как мы говорим, значит, каждый человек свою душу вложил в этот новый сорт. И пиво получилось. Может быть, наверняка надо к работе, к любой относиться именно так, с душой. Вот поэтому моя задача именно стоит в этом. Не в получении каких-то сверхприбыли, ежеминутной выгоды сейчас. Там. Я думаю, что это будет через 2-3 года. Но чтобы это было стабильно, чтобы это было солидное предприятие, предприятие с именем, чтобы костромское пиво котировалось не только в Костроме, чтобы оно было известно в России, может быть, даже за рубежом. Я считаю, что в первую очередь люди, которые работают здесь, должны быть мне партнерами, товарищами по работе. Ну, никак, допустим, здесь не вяжется, допустим, частник и наемные рабочие.